Успешное сотрудничество власти и населения – залог общественного благополучия в регионе. К такому выводу пришли участники третьего гражданского форума. По словам экспертов, в Курской области гражданское общество есть. Более того, оно эволюционирует. Сегодня все больше жителей региона готовы включиться в работу общественных объединений. Позитивный пример – город Курчатов. Мы выяснили, что общественная палата города Курчатова сегодня активно вникает во многие проблемы социально-экономического развития города. Их интересуют сегодня проблемы медицинского обслуживания, вопросы, которые связаны сегодня с лекарственным обеспечением, вопросы поднимают работу управляющей компании ТСЖ. Они являются своего рода общественными контролерами вот той ситуации, которая сегодня создается. И самое главное, они находят взаимодействие и с органами местного самоуправления. Ряды общественных объединений сегодня пополняют и молодежные организации, например, «Смородина». Она активно сотрудничает с людьми, чьи возможности ограничены, оказывает им социальную, юридическую помощь, предоставляет рабочие места.